сам стать заяц тоже. Я сам болел. Я с войны. Сколько погибло людей зря. Гибнет сейчас, которых можно было бы спасти. Поэтому я там вот и говорю, что если посчитать те жертвы, убытки и все то, что приносит не внедрение метода, это же огромные потери. Сколько операций, сколько крови льется, сколько страданий, сколько слез, сколько смертей. Напрасных же. Все это можно было убрать. Только из-за того, что вот кучке светил не нравится этот метод, потому что он ломает все их предрассудки, все ломается же. Вся медицина. Всю медицину нужно с головы на ноги переворачивать. Каждый вылеченный больной наш сторонник. Такие больные только по данным, которые я вылечил, минимально от врачи, их около 100 тысяч теперь уже. А теперь больной лечит больного, больной больного, разве можно это учесть? Поэтому около 500 000 людей уже в Советском Союзе в какой-то степени спаслись от болезни. Это и есть наши сторонники. Вот почему мы медленно наращиваем силы, потому что не все это схватывают. Ну, в общем, я считаю, что вся земля будет на методе лет через 300.